Идите на север, не по шоссе. Право 6, Кобальту 4. Время прибытия? 10 минут. Так, будьте рядом. Быстрее, пока Барков не вернулся за мертвецами. Иди, жди нас. Да, Фар. Ведь он заставит вас заплатить за это. Мы его заставим. Будем готовы. Наши расчистили путь на север. Для лагеря там безопасно. Спасибо. Это начало революции, сестра. Нет, брат, начало войны. Даже на войне вы люди. Помните. Право 6, взлет через 2 минуты. Лет гражданской войны. Гражданских почти не осталось. Хадир обучен. В команде он или в плену, без разницы. Он забрал газ в Россию, Джон. А помогла ему Аль-Катала. У него ресурсы и возможности. Сложно его в чем-то винить, а? Между нами, да. Но не только в Хадире дело. У нас 2 варианта. Предупредить Москву? Или отплатить России матушке ее же монеты? Погибнет куча невинных людей. От рук агента Запада. Ладно, давай ближе к делу. Что ты предлагаешь? Командировку. Без приказа? Да. Кто еще? Старые друзья. А сержант? Он готов. Я сделаю, что смогу, а дальше вы сами. Оружие только местное. Я разберусь. Отличный тут вид, Николай. Тут одно время была столица. Прежние деньки. Вижу двоих у двери. Внутри еще Аль-Катала. Подъезжай, Паша. Следи. Хороший мост. Хрен припаркуешься. Это мясник в желтом. Тот гад из посольства. Газа нет. Хадира нет. Следи за переулком. Заманчиво. Нет, не надо. Мясник выведет на Хадира. Или будет газовая атака. Если это случится, мы будем в шопе. Вооружимся и вперед. Времени нет. Сюда. Сколько у нас? Несколько часов. Или меньше. Не в защите собрал, что успел. Глушители, патроны. Светошумовых нет. Молодцовник. Экспансивный, 30-й. 150 гранов. Твои любимые. Спрячь пока. Встретимся на складе. Понял. Не забудь посылку. Будет сделано. Я знаю, что ты хочешь поквитаться с мясником. Этого гада, сэр, давно пора закопать. Такой шанс у тебя будет. Но сейчас мясник нужен нам живым. Привет. Здравствуйте. Доброе утро. Неплохо. Это все, что я знаю. Снимем охранников, чтобы они не смогли предупредить остальных. Потом заходим в заднюю дверь. Понял. Стреляем по моему сигналу, не раньше. Спокойно, друг, у нас разрешение есть. Скажи им. Отлично. Николай, прибраться. У меня пакеты. Все предусмотрел. Дверь, сержант, веди. Работай осторожно. Мясник выведет нас на Хадира. До тех пор он нужен нам живым. Отлично. Если волк жив, он будет вами гордиться. Если же нет, мы донесем его истину до тех, кто сует нос не в свое дело. Это возмездие. Вот он. Вижу. Сегодня боли и страдания познаем не мы, а они. И отдельное спасибо нашему новому Работай, солдату. Работай, Герик, мясник. Новому солдату. Воля сильна. Хадир. Он настоящая находка. Если волк жив, он будет вами гордиться. Если же нет,
Мы донесем его истину до тех, кто сует нос не в свои. Целься осторожно, Крамп. Мясник убегает! Убей! Чисто! Все чисто! За ним! Эрик, не потеряй его! Не давайте меня! Дверь на улицу открыта! Твою мать! Николай, цель входит на север! Готовься к эвакуации! Понял, я вас отвлечу! Иди за ним, я пойду кругом на перехват! Понял! С дороги! Не умру, пиздец. Сержант? Я жив, сэр. Цель уходит к реке. Скорее за ним, а то упустим. Тантар, впереди, машина. РПГ уничтожен. Вот нажми. Он там на угол. Вот там, за ограждением. Ник, он срезает через кафе по набережной к югу. Ты где? Я на подходе, капитан. Берегись подкрепления. Откуда же они берут? Вот и он! С сотрясением особо не побегаешь. Вы кто? Мне же надо знать, куда отправлять ваши головы! Нахер эти говна кусок! Так, у нас проблема. Что? Движок пошалил. Открывай нас, Кайл, стреляй! В жопе твоей, русский. Ничего ты мне не сделаешь, слабак херов. Перестань, капитан. Топорно работаешь. Ты думаешь, я тебя не помню, сасовец? А ты, сержант? Эй, спокойно, ты сраный придурок. Надо расколоть этого гада. Сейчас так и сделаем. Николай, где посылка? Сейчас будет, капитан. Иди к Николаю, забери посылку и возвращайся сюда. Сержант Гэрик, посылка в машине. Что это такое? Сыворотка правды. Пожалуйста, это отпустите нас! Мы ничего не знаем. Переговоров. Возможно, мясник передумает. Мама, что случилось? Все, все хорошо. Не делайте моему сыну больно. Мы сделаем все, что вы скажете. Мама. Не бойся.
Ты у меня храбра. Куда мы идем, мама? Мы поговорим с людьми, а потом вернемся домой. Я буду ждать. То, что вы делаете, непростительно. Мы не виноваты. Я хочу знать, почему мы здесь. Ты можешь уйти. Останешься? Останусь, сэр. Отлично. Отдай. Нет, пожалуйста, нет. Уса. Амон. Папа. Осторожнее, с ней высокий десент. Полную силу хотел? Смотри. Смотри, что ты наделал. Здесь твой сын, твой ребенок. Ему несложно обижать детей, да, сержант? Нет. Заткнись. Что ты наделал? Я же говорила, не впутывай в это нас. Капитан, я пойду. Конечно. Бери, сержант. Что вы хотите с нами сделать? Никого я не... Нет! Эй, хватит! Они тут ни при чем! Эй, стой! Пожалуйста, не надо! Скажи правду ради сына! Не молчи! Если знаешь правду, скажи им! Скажи! Эй! Послушай, хватит! Они совсем ни при чем! Остановись! Как и мальчик из посольства. Послушайте, не надо! Прошу, не трогайте их! Сержант, капитан, не надо, им нечего вам сказать. Где Хадир и Газ, я спрашиваю? Вам ничего не исправить, ничего! Все, что должно случиться, случится! Вот, хороший мальчик. Ты у мамы хороший мальчик. Все хорошо. Да. В меня стреляй. Убей меня. Что за черт? Это ты спустил курок, не я. Не сомневайся, я не разрешил бы сержанту брать в помещение заряженное оружие без необходимости. Так, последний шанс, где Газ? Пошел. Не трогай его, послушай! Пожалуйста! Ладно, слушай! Кировский театр! Нет, это правда, клянусь, правда! Газ там, в Кировском театре, клянусь тебе! Где Хадир? Свежая кровь. Вы его уже не остановите. Идите, сержант. Спасайте своих долбанных русских. Генерал Барков уже умрет. Хадир, он охотится на Баркова. Мы все, у тебя минута. Мы уходим. Россия и Запад начнут воевать. Николай, Газ в Кировском театре. Забирай, выходи на связь, как обычно. Сойдет. Карета подана, она вывезет вас из города. Хадиру Баркова, он собирается его убить. И начать мировую войну. Нет, если мы будем раньше. Гэрик, сюда, прикрывай нас. Принято. Грань между добром и злом очень тонка. Где? Вот! Всем стоять! Не двигаться! Контактов нет. Вижу химикаты. Внимание всем! Заложники в безопасности. Химикаты целы. Мясник здесь. Вас понял. Расчеты химзащиты уже в пути. Город может спать спокойно.